Мы поговорили об отношениях людей, исполненных Духом Святым, в браке. И сейчас апостол Павел продолжает эту тему. И он говорит о жизни человека, исполненного Духом Святым, и рассматривает отношения отцов и детей. А на самом деле кто-то из вас может сказать: Ну, у меня детей нет. Поэтому для меня эта проповедь не важна, очень часто, ну, так думают молодые. Ну, во-первых, дети у вас могут появиться очень скоро, и лучше заранее быть готовым, так сказать, к этому радостному событию. Мне было 14 лет, когда мама мне стала дарить книжки по воспитанию детей. Ну, Подростку это было так дико. Я говорю, мама, прекрати, что ты делаешь? Сынок, ничего, у тебя скоро дети. И как-то так быстро время пролетело, и вот уже трое детей. И книжки эти как-то сгодились вдруг. Эта проповедь важна, конечно, для молодых, у которых есть дети уже, чтобы дети росли послушными. Эта проповедь важна для пожилых даже у которых дети уже выросли, и уже вроде бы как бы поздно что-то исправлять. Но, тем не менее, на пожилых лежит обязанность наставлять молодых, любить мужей, любить детей. Ну и особенно это важно для тех, кто хочет служить Богу, потому что пастор, вообще духовный лидер, он должен, как написано, хорошо управлять домом своим и детей содержать в послушании. Если дети непослушны, то служитель дисквалифицируется, как слуга Господень. Надо вам сказать, что материал для этой и, кстати, предыдущей проповеди я брал у нескольких служителей, несколько так творчески перерабатывал. Это и американцы, пастор Бакам, и российские служители, в частности, вот Алексей Прокопенко, один из пасторов Самарской церкви. Но тем не менее, вот поэтому я могу сказать, что этот материал не только плод моих, так сказать, измышлений, но прежде всего это, конечно, учение священного писания, но и опыт хороших преданных богу служителей церкви. Давайте с вами еще раз скажем о том, что 21 стих из 5 главы, он как бы служит эпиграфом, к последующим стихам. Исполненный духом человек э, повинуется в страхе Божьем. 21 стих. Повинуюсь друг другу в страхе Божьем. И вот как это повиновение должно выражаться э, в отношениях между родителями и детьми. В крестьянской семье дети и родители также строят свои отношения на принципах повиновения. Давайте прочитаем. Повинуясь друг другу в страхе Божьем, дальше многоточие, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 1 по 4 стихи. В чем должно выражаться вот это повиновение? И опять Павел сообщает о двух выражениях христианского повиновения в отношении детей и их родителей. И опять о детях говорится довольно мало, а о родителях говорится довольно много. Хотя вроде бы слов-то больше употреблено по отношению к детям, а заповедей меньше. А вот по отношению к отцам слов употреблено меньше, но заповедей на самом деле больше. Давайте э, эти два выражения христианского повиновения рассмотрим. Повиновение детей можно, пожалуй, выразить одним словом. Оно состоит в уважении. Как дети должны повиноваться родителям, они их должны уважать. И уважение в первую очередь должно выражаться в послушании. Посмотрите, первый стих 6 главы. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Причем интересно, что здесь апостол Павел использует другое греческое слово, нежели описывая отношения мужа и жены. Если жена должна подчиняться мужу, это греческое «хупатаса», и мы говорили, что это лишь такая функциональная подчиненность, а статус перед Богом один и тот же, то здесь по отношению к детям Павел использует другое греческое слово «хупакуа». Это более строгое повеление, означающее беспрекословное и мгновенное подчинение. Если жена ну, просто занимает подчиненное положение, то... Ребенок это, скажем так, ну вообще человек, который должен беспрекословно и мгновенно подчиняться. Причем слова «сего требует справедливость» буквально означают «это есть праведность». В чем состоит праведность ребенка? В умении послу, быть послушным родителем. Послушание ребенка родителям – это не вопрос нашего удобства или родительского самолюбия, но это… Прямая заповедь, Божья. Когда я был моложе, мне эта заповедь нравилась меньше. Ну, потом я стал старше, у меня появились дети, и эта заповедь мне теперь нравится гораздо больше, конечно. По, как, по мере нашего перехода в категорию отцов эта заповедь становится для нас важной. Послушание ребенка родителям заповедь. Божье. Если ребенок вам не послушен, родители, это не означает, что он просто мило капризничает. Если ребенок не послушался, вы должны четко понимать, он согрешил. Это Божье повеление. И, конечно, опять же, Павел делает уточнение. Повинуйтесь родителям в Господе. Конечно, ребенок, если он уже достаточно взрослый и верующий, и если родители его призывают согрешить, ну, например, пойдем вместе с мамой, зарежем соседа, как я уже говорил, конечно, ребенок тут имеет право не, не послушаться, потому что Господу повиноваться важнее. Но вообще, как общее правило такое, послушание ребенка это заповедь Господня. Далее, уважение детей а, должно выражаться в почтении. Уважение в почтении к старшим. Написано: Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Здесь добавляется некоторый аспект отношения. Если в первом стихе Павел пишет: Просто повинуйтесь, то вот здесь. Написано еще и почитай отца и мать. То есть выражай им глубокое свое почтение. Что это означает? Это означает, что дети, когда слушаются своих родителей, должны уважать их. Ну, к примеру, если э, родитель там что-то сказал ребенку сделать, и ребенок ну, слушается, идет, это делает, но при этом закатывает глаза, говорит, ой, опять что это вот вообще, эти предки запарили меня уже сколько можно. Таким образом, хотя он внешне, в общем-то, выражает послушание, но он не выражает в этот момент почтение. Он нарушает заповедь Божию, потому что всем своим видом выказывает недовольство. И таким образом все равно грешит. Кстати, почтение относится и к материальной сфере. Вот этот глагол который, значит, означает «чтить», «тимао» глагол, он же означает иногда и «платить зарплату», то есть оказывать такое материальное почтение. Даже взрослые дети, даже вступившие в брак, дети не освобождаются от заповедей почтения к родителям. Они освобождаются от заповедей беспрекословного послушания, поскольку женщина Теперь послушно мужу, а муж вообще глава семьи. Он оставил отца и мать. Но заповедь о почтении остается. Взрослые дети должны перестать находиться под опекой отца и матери, но должны продолжать поддерживать родителей материально. Даже если родители довольно-таки обеспечены. Всегда. Выражение почтения в том, что ты просто привез ведро картошки э, лишний раз, там лишний раз забросил денег на мобильный телефон э, родителям. Это всегда выражение почтения к своим предкам, как мы их называем. А, нищие бабушки в метро и переходах это на самом деле позор для страны, как я говорил. Хочется всегда спросить: а где ваши дети? У всех. Наверняка есть дети. Почему вы их не воспитали так, чтобы они с почтением относились к вам? Понятно, что, конечно, судьбы у всех разные, но в основном, конечно, это результат того, что библейские принципы воспитания детей в нашей стране долгое время были попраны. И мы пожинаем Нищих стари... нищие старики. Это результат неповиновения Божьим заповедям. Но о детях довольно. Как всегда, детям, в общем-то, мало сказано. С них и спрос маленький. Слушайся и уважай. А вот с отцов спрос большой. И повиновение в страхе Божьем отцов прежде всего выражается в заботе. Кстати, обратите внимание. Что апостол Павел обращается к отцам именно, не к матерям, и даже не к отцам с матерями. Мы вообще в нашем обществе современном сталкиваемся с такой э, картиной: отцы устранились из воспитания детей, из процесса воспитания. Весь процесс воспитания сегодня лег на плечи матерей. И это на самом деле жуткая ситуация отцы должны участвовать в воспитании детей, иначе они не имеют права называться отцами. Сегодня э, все больше, большую популярность, так сказать, э, набирают э, ну, такой обычай сплавить детей куда-нибудь, подкинуть их бабушкам с дедушками, э, нанять няню, отдать в детский садик. И на самом деле, мне кажется, что это тоже отход от библейского принципа. Дети должны воспитываться в семье. Я понимаю, что, конечно, обстоятельства жизни могут быть разными. И иногда надо отдать ребенка в детский садик, чтобы мама имела возможность работать. Но скорее это все-таки обязанность отцов обеспечить семью так, чтобы мать была в семье и чтобы дети воспитывались в семье. Родители Устраняются от воспитания детей, и надо ли удивляться, что дети, приходя в подростковый возраст, родителей не уважают? Почему? Да кто ты такой, говорят они. Проводил ли ты со мной время? Кто ты такой? Меня воспитывал кто угодно, но только не ты. И это на самом деле упрек всем нам. Если родители не воспитывают ребенка с детства, если они умиляются и говорят, ой, какой он милый проказник, может быть, само пройдет все его вот это непослушание, родители нарушают тем самым заповедь Божью. Даже если он милый, ребенок, ребенок всегда милый, дети очень привлекательны, но тем не менее он грешник, и его нужно воспитывать. Повиновение отцов – – это забота. В первую очередь забота о послушании. Нельзя закрывать глаза на непослушание детей, даже совсем ну, маленьких. Ну, понятно, что младенец, он, конечно, еще не слушается, он просто вас не понимает. Но послушание, вообще-то, должно вырабатываться как можно раньше. Нельзя закрывать глаза на непослушание. Это не означает, что ребенка надо сразу, конечно, бить, мы об этом еще попозже поговорим. Но ребенка надо растить послушным. И вы, отцы, воспитывайте их в учении. Интересно, что вот это слово э, в учении написано буквально ⁇ выкармливайте их в воспитании, то есть в послушании, в дисциплинировании ⁇ Вот именно такой смысл содержится в греческом повелении. Если мы закрываем глаза на непослушание ребенка, то мы учим своего ребенка, мы все равно его учим, мы учим его, что в грехе нет ничего страшного, что грех это нормально. Ну, как учить непослушных детей? На эту тему написаны, в общем-то, тонны, наверное, книг. Сотни тысяч страниц, мы обо всем этом не скажем, но старайтесь действительно учить ребенка быть послушным, и при помощи поощрения, и при помощи наказания. Самое главное, уделяйте время. Им. Это очень важно, чтобы время ваше ну, было дано ребенку. Я читал историю про то, как один человек рассказывал. Что самый дорогой подарок, который отец ему однажды сделал на Новый год, это была пустая коробочка с запиской. Там отец написал, сынок, в следующем году я дарю тебе 365 часов своего времени. Я очень занят. Но каждый день, один час, я буду проводить с тобой. Я буду говорить о том, о чем ты хочешь говорить. Я буду делать то, что ты хочешь, чтобы я делал. Я всецело буду в твоей власти. И если я куда-то уеду в командировку, это будет мой долг. Я буду обязан отдать тебе этот час. И э, вот этот человек свидетельствовал, что это был самый дорогой подарок от отца для него. Э, отец не просто это пообещал, он действительно сдержал свое обещание: старайтесь уделять время ребенку. Заботьтесь о послушании. Учите детей, как надо слушаться. Ну, простой пример э, приводит тут вот один пастор. Он говорит, э, есть ну застенчивые дети, э, тихие дети, которые ни с кем не здороваются. Как научить ребенка здороваться? Ну, ты обычно говоришь ребенку, поздоровайся с дядей. А он молчит, он застенчивый. Застенчивость это, конечно, свойство характера. Но когда он не слушается, он проявляет непослушание, то есть грех. Поэтому его, конечно, нужно научить преодолевать свойства характера. Бывает, что ребенок застенчив, но он все равно здоровается. Когда вы дома играете с ребенком, вы можете сказать, слушай, сейчас мы с тобой будем играть в такую игру. Завтра в воскресенье мы пойдем в церковь, и взрослые дяди и, и тети будут с тобой здороваться. И ты должен научиться здороваться с ними. Чужой дядя к тебе подойдет и скажет, там, привет, Вася. А ты должен будешь посмотреть ему в глаза, пожать руку и сказать, доброе утро. И несколько раз вы тренируетесь. А потом вы говорите, а теперь давай поиграем. Я буду чужим дядей, а ты будешь сам собой. Вот я к тебе подхожу и говорю, там, привет, Вася. Ну и ребенок, если он поздоровался с вами. Вы не просто так холодно смотрите и говорите: Ну, молодец, пойдем поедим. Нет, конечно, вы устраиваете э, рукоплескание, вы обнимаете его, вы радуетесь так, как будто бы он выиграл Олимпийские игры. То есть э, начинаете возиться с ним, кататься. В общем, всячески поощряете. И когда вы попробуете сделать это 5, 6 или 7 раз, и ребенок все это повторил, будьте уверены, что он завтра будет в церкви здороваться со всеми и даже будет вас спрашивать, а когда можно будет уже поздороваться-то наконец. Поэтому наставляйте, будьте заботливы, заботьтесь о послушании. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminari.com Итак, в чем еще забота отцов должна выражаться? Она должна э, выражаться в заботе как раз об авторитете. Прежде чем мы будем говорить о наказании, э, надо сказать, что наказание может быть неправильным. Об этом говорит начало четвертого стиха. И вы, отцы, не раздражайте своих детей. Давайте приведем несколько примеров неправильного наказания или вообще неправильного подхода к воспитанию, когда мы раздражаем своих детей. Родители будут раздражать детей, если они наказывают их без обучения или что-то требуют от детей, не научив их прежде. Ну представьте себе, вы отдали ребенка в первый класс школы, ребенок должен научиться читать, а учительница сразу ему ставит двойку и говорит: "Ты что это не умеешь читать? -то? Слушай". Ты теорему Каши, может быть, не можешь доказать? Может быть, ты не разбираешься в молекулярной физике? На тебе три двойки целы. Ребенок первоклассник. Вы же должны его прежде научить, чем, прежде чем что-то требовать и тем более наказывать. Про такую учительницу, конечно, скажете. Она глупая. Тем не менее, родители часто раздражают своих детей тем, что они требуют что-то от них, предварительно не научив, не, вот опять же, не подружившись, не наладив отношения, просто требует, ну, то есть, как бы, строить с ними деловые отношения. Я требую, ты должен быть послушен. И поэтому не стоит удивляться, что ребенок начинает требовать взамен. А я требую, чтобы ты вот это вот делал. Дети, конечно, будут бунтовать. Но, Объясняйте ребенку, учите его. И самое главное, радуйтесь вместе с ним его успехом. Это очень важно. А, например, вот э, даже маленький ребенок, он разбросал игрушки, и вы даете ему приказание. Убери игрушки. Допустим, валяется 10 игрушек. Он э, 5 игрушек убрал, а 5 не убрал. Э, мы склонны ругать его за то, что он не убрал 5 игрушек. Но на самом деле его нужно научить быть послушным. То есть похвалите его за то, что он убрал пять. И смотивируйте его, чтобы он все-таки был послушен вам до конца. Не начинайте с наказания. Родители будут раздражать детей, если будут наказывать их с криком. Когда мы кричим на ребенка, это означает, что мы учим его повиноваться не сразу, а вот в тот момент, когда мы сорвемся на крик. То есть, ребенок, у ребенка это рефлекс сразу. Вот, ну, то есть, если ты сказал там, подойди ко мне, пожалуйста. Он не реагирует. Подойди ко мне. Ты что, не слышишь? оглох, что ли, вообще? И вот, и ребенок приучается, что, оказывается, сразу можно не слушаться. То есть, вот когда вы уже заорали, они повернут голову и скажут, пап, ты что-то сказал? А, ни в коем случае так не делайте. Родители будут раздражать детей, если будут проявлять в воспитании и наказании непоследовательность. Например, у матери и у отца разные требования. За какие-то провинности отец наказывает, а мать нет. Или один раз за эту провинность его наказали очень серьезно, а в другой раз ничего не сделали. Ребенок теряется. Ребенок даже раздражается, но почему родители? Почему вы так непоследовательны? Еще один пример непостоянства и непоследовательности, когда жена непослушна мужу. Мама говорит, что надо слушаться, но сама орет на папу и не проявляет никакого послушания. Где же здесь, в общем-то, последовательность? Родители будут раздражать детей, если будут придираться по мелочам. Не нужно наказывать за каждую мелочь. Не так шагнул, не там встал. Ребенок не должен жить в постоянном страхе. Если он сломал игрушку, там, ну, потому что он еще маленький, не надо его за это наказывать. Это не непослушание. Это ну, просто неуклюжесть. Не наказывайте по мелочам. А родители будут раздражать детей, если будут наказывать их несправедливо. Например, у вас несколько детей, и вы не разобрались, кто действительно там виноват в конфликте, а под горячую руку а, наказали и правого и виноватого. Всегда разбирайтесь. Гнев очень плохой советчик при наказании и воспитании детей. Родители будут раздражать детей, если будут их наказывать за то, что не грех. Ну, я уже сказал, да, уронил ложку, пролил чай, ну, что-то не получилось у него, получил двойку, ну, потому что что-то не понял. Тут надо различать, действительно ли он ленился и проявлял непослушание, или у него просто не получается. И тогда ему надо помогать, а не наказывать. Это на самом деле очень непросто, но, тем не менее, нужно пытаться это делать. Далее, повиновение отцов ⁇ это забота, и забота должна выражаться в исполнении телесных нужд ребенка. И вы, отцы, воспитывайте их. Это греческое слово буквально означает выкармливайте. Эктреф это ⁇ воспитывать, взращивать, вскармливать. То есть отцы должны заботиться о том, чтобы ребенок был сыт и одет. Здесь речь не идет об излишествах, это не значит, что у него должен быть, должна быть последняя модель сотового телефона, значит, самые модные шмотки, там и, и автомобиль личный в 14 лет, и у каждого ребенка свой компьютер. Здесь речь идет о восполнении необходимых нужд. Вы должны, конечно, заботиться о том, чтобы ребенок был сыт и одет. Далее. Повиновение отцов – это забота о дисциплине. Вот здесь мы подходим к очень сложному вопросу. Заповедь написана, ведь нас с обетованием. Да будет тебе благо, а будешь долголетен на земле, благо будет ребенку. И вот здесь написано «воспитывайте их в учении», буквально «выкармливайте их в дисциплинировании». Вот как переводится. Дисциплинирование – это иногда наказание. И Писание нам говорит о том, что мы должны наказывать детей за их непослушание. Наставь юношу при начале пути его и не уклонится от него, когда состарится. Глупость привязалась к сердцу юноши. И многие не прочь исправить этот стих. Но время удалит ее от него. Но нет. Слово говорит, исправительная розга. Ремень. Кто жалеет Розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Иными словами, Библия учит нас, что дети отчаянно нуждаются в том, чтобы их шлепали. Аллилуйя, шлепайте ваших детей. А, это очень важная часть вашего воспитания. Наша старшая дочь, мы ее не учили этому, но она почему-то говорила спасибо после того, как мы ее шлепали проблема здесь может быть вот какая проблема первая в том что мы больше прислушиваемся к Бенджамину Споку чем к Писанию мы больше слушаем разного рода психологов которые уверяют нас что физическое наказание детей это пережиток варварского прошлого и психологи на западе говорят что делать этого ни в коем случае нельзя и в России тоже 156-я статья «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». И, в общем в Санкт-Петербурге вынесли приговор в отношении 38-летнего мужчины за то, что он отшлепал своего ребенка. Приговорили его, правда, не к тюремному заключению, а в штраф, штраф в 5000 рублей. Но, в принципе, прецедент создан уже и в России. И в России уже дети стучат на своих родителей. Ну и вы знаете через интернет, что в Америке вот эта вот э, семья Козловых, семья отделенных баптистов, которые действительно избивали своих детей. Мы об этом сейчас поговорим. Ни в коем случае детей нельзя избивать, нельзя их наказывать с жестокостью. Это это грех на самом деле. Ну и там много было проблем у, у, в семье Козловых. Но вообще убрать э, наказание розгой или ремнем из воспитания, это неправильно. Обратите внимание, как много бед пришло в общество вместе с этими экспертами. После Второй мировой войны, собственно, когда и пошла вот мода на то, чтобы не наказывать детей, э, наступила вот эта эра доктора Спока, который был лишь вершины айсберга. И даже интересно, что сам доктор Скоп, Спок в 1974 году отказался от своих верований. Он увидел, к чему это привело. Я хочу прочитать выдержку из статьи Спока, из поздней статьи Спока. Мы, как профессионалы, сыграли злую шутку с отцами и матерями. Конечно, мы это сделали из лучших побуждений. Когда мы это поняли, было уже слишком поздно. И наше всезнайство успело подорвать уверенность родителей. Неумение проявить твердость вот, на мой взгляд, самая распространенная проблема американских родителей в наше время. И дело ведь даже не в том, что э, вот когда-то Спок был плохим, а теперь стал хорошим. Он не был плохим. Просто дело в том, что не слушались Библии. И это привело к тому, что послевоенное поколение детей – это те, кто основал сексуальную революцию, это те дети, которые построили бунтарское общество, это те дети, которые, собственно, низвели, э, нивелировали все христианские семейные ценности. И из-за этого институт семьи начал разваливаться. Ну и, конечно, проблема жестокости – но она тоже имеет место быть. Родители очень часто наказывают детей жестоко. И даже интересно, кстати, что жестокость в основном проявляют те, кто не хочет наказывать детей. Потому что они не наказывают, не наказывают, не наказывают, а раздражение в них копится. И на 15 раз они все-таки берут ремень и избивают ребенка до синяков. Как нужно наказывать детей? Во-первых, вот это слово «розга» означает то, что ну, это нечто гибкое, это не твердый предмет. Он не оставляет длительных следов на теле ребенка. И наказание должно быть, хотя и чувствительным, но тем не менее оно должно быть в любви. Я вам расскажу, как мы наказывали своих детей. Прежде чем наказать ребенка, мы с ним разговаривали. Мы говорили, что ты сделал? Нельзя спрашивать, почему ты это сделал. Потому что ребенок тут же начнет оправдывать. Что ты сделал или сделала? Я сделала то-то. Ты знаешь, что это грех? Да. Тебя нужно за это наказать. Хорошо. Мы наказывали ребенка. Ребенку, кстати, в ответ на наказание позволяется только плакать. Не закатывать истерику. Если ребенок закатывает истерику, это не послушание. За это будет следовать еще наказание. И наши дети это сравнивают. Детство усвоили. Если он плачет, мы его не отталкиваем ни в коем случае. Не говорим, иди отсюда, мы ты грешник. Нет. После того, как ты шлепнул ребенка, его необходимо обнять, посадить на колени, утешить и сказать, нам самим очень неприятно это делать. Но мы должны это сделать, потому что мы любим тебя. На самом деле ты нарушил Божью заповедь. Ты не послушался. Давай вместе помолимся. Давай подумаем, как больше такого не допустить. И это делается каждый раз. Всякий раз. Ребенка обязательно нужно утешить. Нельзя его оттолкнуть в этот момент. Помолиться вместе с ним, вместе с ним потом порадоваться и так далее. Конечно, на это требуется время, но тем родителям, кто проявляет постоянство в таком наказании, у них есть награда. Это послушные дети. Примерно уже с трехлетнего возраста дети начинают слушаться, дети приучают слушаться. Повиновение отцов – это забота об учении Господнем. Это следующее проявление заботы. И вы, отцы, воспитывайте их в наставлении Господнем. И здесь очень много э, примеров из притч и из деяний апостолов чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей Матери моей, на Тебе утверждался я от утробы. При том же, ты из детства знаешь священные Писания. Интересно, что благочестивые мужи Божьи учились истинным Господним в самом раннем возрасте. «Вложил меня упование у грудей матери моей», — говорит Давид. Это означает, что мать, даже кормя его грудью, уже рассказывала ему о Боге. Это на самом деле очень важно. У нас родилась первая дочь, когда она еще лежала в колыбели и кормили ее грудью молоком, но мы при ней читали Библию, мы над ней молились. Она еще ничего не понимала, но наставление Господне уже было. И так мы поступали с каждым из наших троих детей. Просто читайте Библию вместе с ними, объясняйте им это. Мать его уже наставляла, Давида, на тебе утверждался я от утробы, даже будучи беременной. Его мать, вероятно, ну, молилась и читала, там, я не знаю, Писание, какое было ей доступно. И с детства Тимофей знал Священные Писания. Интересно, что э, Священное Писание это же в основном истории, поэтому эти истории может запомнить даже самый маленький ребенок. Можете читать детскую Библию с ними, ну. Детская Библия, чем цена, там есть картинки. В основном текст там составлен врагами детей. У меня складывается такое впечатление, потому что дети его понять не могут в принципе. Если просто читать им детскую Библию, там вообще ничего не понятно. Поэтому мы детскую Библию держим ради картинок в основном, а так пересказываем ну, своими словами уж мы-то лучше знаем, как нашим детям понятно. Где-то с пятилетнего возраста мы перевели детей на взрослую Библию. То есть мы читаем уже текст обычной взрослой Библии, а потом все равно его объясняем детям. Иногда приходится с детьми играть, разыгрывать сценки. Например, там, мне превращаться в ворона, а ребенок будет или и я ему должен принести в клюве там мясо, ну и так далее. То есть, как-то мы стараемся играть в это иногда. Ну, в основном сейчас уже старшие у нас дети довольно-таки взрослые, 12,9 им лет. И, конечно, мы просто сейчас спрашиваем, каков урок здесь и так далее. Нужно объяснять ребенку Писание, организовать время для чтения Библии с детьми. И это время должно быть регулярно. Если вы просто скажете ребенку: несуй гвоздик в розетку, он скажет, почему? Он скажет, а несу не и все. Я тебе так сказал. Но это глупо, вы должны объяснить. Также из Библии. Задавайте вопросы детям. Кстати, в Евангельских церквах совершенно незаслуженно забыты детские катехизисы. А что такое катехизис? Это вопросы и ответы о христианской вере. Вы должны учить детей богословию. Эм, я приведу пример из одного детского катехизиса. Кто создал тебя? Бог меня создал. Что еще создал Бог? Бог создал все, что существует. Для чего Бог это создал? Для своей славы. Почему ты должен прославлять Бога? Потому что Он создал меня и заботится о мне. Как ты можешь прославлять Бога? Любя Его и исполняя Его заповеди. Кто такой Бог? Бог есть дух, у него нет тела, как у человека. Где Бог? Бог везде. Можешь ли ты видеть Бога? Нет, я не могу видеть Бога, но Он всегда видит меня. Сколько есть богов? Есть только один Бог. В скольких лицах существует этот один Бог? В трех лицах. Кто эти три лица? Отец, Сын и Святой Дух. И так далее. Вот на таком уровне богословие обязан знать каждый ребенок. В принципе, понятно, что пока он маленький, он еще не может говорить. Но у нас с годовалого возраста дети знают самое простое богословие. В любой наш ребенок в возрасте чуть старше одного года, на вопрос, где живет Бог, был способен поднять руку вверх. И на вопрос, где он должен жить, похлопать себя по сердцу. Это очень... Ну, понятно, что они еще не осознают это. Но они приучаются ходить в истине, приучаются знать истину. И поэтому, когда люди спрашивают, там, моему сыну уже 14 лет, как вы думаете, можно ему уже изучать богословие? Это глупый вопрос. В 14 лет у него уже есть свое богословие. И, как правило, очень неправильное. Ну, то есть, как правило, очень плохое, ущербное. Поэтому изучайте Библию и богословие вместе с детьми. Посмотрите, например, апостола Павла вот здесь следующие фрагменты, как апостол Павел наставлял, ну, у него своих детей не было, у него был Тимофей, как бы такой человек, заменивший ему сына. Во-первых, он наставлял Тимофея. Да, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, а уверовавший отец Елены, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою. Во-первых, наставляемого нужно стараться брать с собой. Если у вас дети уже подросли, старайтесь их брать с собой на свое служение. Может быть, в свой рабочий кабинет, если вы служитель. Да? Пусть ребенок видит, как вы готовитесь к проповеди. Если ребенок уже подросток, пусть он вам помогает. Например, я прошу свою дочь поискать мне в интернете иллюстрации для проповеди. Она чувствует свою причастность э, уже к какому-то служению. Я ей, конечно, не позволяю проповедь готовить за меня. Э, вот, и сыну вряд ли позволю. Сын будет свои проповеди готовить. Э, но э, я их стараюсь брать с собой, насколько это возможно. Дальше. Когда фессалоникийские иудеи узнали, что и вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Силы и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились». Из этой иллюстрации видно, что наставляемый переживает трудности с наставником. Не бойтесь если ваши дети станут свидетелями ваших трудностей и не страданий. они должны быть рядом с вами и научиться от вас как правильно относиться к этим трудностям. Далее Тимофей был свидетелем как Павел проповедует. Когда пришли из македонии силы и Тимофей, то павел понуждаем был духом свидетельствовать теудеям, что Иисус есть Христос. Пожалуйста, пусть дети смотрят, как вы служите Богу. Даже если вы не проповедник, у вас есть какое-то служение в церкви, берите ребенка с собой, пусть он это видит. Привлекайте их, чтобы они помогали вам. Послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Яраста, сам остался на время в Асии. Старайтесь, чтобы дети помогали вам в вашем служении. Постарайтесь сделать это для них интересным. Найдите то, что интересно им. Дружите с вашими детьми. И тогда, конечно, вы исполните заповедь о том, чтобы их обучить учению Господню. Итак, в христианской семье дети и родители строят свои отношения на принципах повиновения. Повиновение детей – это уважение. Уважение выражается в послушании, и уважение выражается в почтении к старшим. А повиновение отцов – это забота о детях, забота о послушании детей, забота об авторитете для детей, забота о выполнении телесных нужд ребенка, забота о дисциплине, о наказании и забота об обучении Господнем. Видите, опять пять против двух а у отцов пять обязанностей, у детей всего две. Но тогда будет благо и детям, и родителям. И будете долголетны на земле. Семья ваша не прервется, семья ваша будет жить долго. Пусть благословит нас Бог, правильно относиться к детям. Поймите меня, пожалуйста, верно. Я не эксперт. У меня много проблем, как у родителей. Я тоже учусь воспитывать детей. Но давайте вместе как-то пытаться это все-таки исполнять. И пусть Бог благословит наши семьи. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.